президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служая на какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Крайней деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соу, постарайся на этот раз не поймать пулю. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы? Почти не все. Найди остальных. Идем. А ты слышал, что... часов. Тебе никто не говорил, что ты сукин сын. Но твоя жена меня любит. Постойте.
группа в атаку. Юрий, на тебе поддержка. Займи позицию на крыше и прикрывай нас. Технике!
Идем! Надо сматываться отсюда! Все ополчение направляется к нам! Не останавливайся, а то нам конец! Не дает! Пошел, пошел, пошел! Крупный отряд ополченцев. Значит, устроим им теплую встречу. Юрий, миномет на крыше твой. Готовы. Начинай обстрел! Лови по ним из миномета! Похоже на две единицы техники и отряд пехоты. Закрой их! Все цели в деревне считать врагами. Если кто-то шевелится... Открывай из миномета! Продолжай стрелять! Думаю, хватит! Подвигаемся! Надо добраться до церкви. У нас мало времени. Сюда! Николай, я подхожу к церкви. Ты уверен, что груз будет там? Больше им некуда было его деть. Если он не здесь, значит груз уже на пути в Европу. Надеюсь, он прав. Thank you.
Все чисто. Шум, двери! Спугнули. Вытаскивай нас отсюда. Как думаете, что забрал Макаров? Вот найдем гада, сами у него спросим.